За свою жизнь я повидал в подводном мире много всякого. Такого, что дух захватывало. Дело в том, что если бы мы знали, что там таится, нам не нужно было бы туда спускаться. Спуститься в самое глубокое ущелье на Земле, Марианскую впадину, почти 11 километров в глубину. Последний неразведанный рубеж нашего мира. Моя мечта — построить корабль, который смог бы нас туда спустить. Мы собираемся сделать то, на что не способно ни одно правительство на планете Земля. Мы сделаем то, что не удавалось еще никому. Когда ты попадаешь в глубины океана, нужно помнить, что смерть там таится на каждом углу и в самых страшных своих проявлениях. Он всю жизнь об этом мечтал, он просто обязан это сделать. Мы уже слишком далеко зашли. Это уже не игрушки. А вот и я. Посмотрим. Как-то все нехорошо. Слишком много ошибок. Нужно его оттуда доставать. Там, наверное, ему казалось, что его живьем захоронили в металлическом гробу. Теперь еще одну неделю будем все восстанавливать. Возможно, есть риски, на которые не стоит идти. Например, семья или здоровье. Я готов спускаться, как только вы будете готовы. Все исследования несут какие-то риски, но если есть риск, то дело стоит того, чтобы ним заниматься. Он сказал, что нужно узнать, что там за гранью нашего мира. Увидеть то, чего мы никогда еще не видели. Это и есть вся суть нашего исследования. Любопытство.